Заходи. Ой, соседка, выручай. Что такое? Купила. Не знамо что. Так это же индоутка, Таня. А что мне делать с этой красоткой? Ты не переживай, мы ее завернем в фольгу и зафаршируем перед этим квашеной капустой и яблоками. Алисия. Чтобы наша утка была сочная, вкусная, ароматная, мы с тобой приготовим маринад. Нам потребуется горчица, мед и чеснок. Алисия, ты мне поможешь? Да, что у меня к пивушке? А теперь, Татьяна, самое важное, мы должны промазать нашу уточку внутри, но не снаружи, потому что она подгорит. Мы фаршируем нашу индоуточку нашей капустой и яблоками. Ой, держи, соседка. Держу, моя хорошая. Таня, жару побольше. 250 градусов. И на 1,5 часа. Так, время есть. Кстати, можем с тобой обсудить Тамаку с первого этажа. Ты, кстати, слышала, что там... Не переживай, Танечка, оставим это на потом. У нас с тобой еще серьезное дело. Ростбиф из оленины. А тыква здесь при чем? Потому что это будет теплый салат. И тыква будет в карамели. Ого! Мы распределили на несколько зон. Сейчас мы выкладываем нашу сочную, красивую оленину. Это вырезка. Мы, значит, сбрызнули. Рядом мы выкладываем нашу тыковку, которая должна быть карамелизированная. И что мы должны сделать? Посыпать сахаром. Та-да-та-та-та-ра-там. Оформляем наш салат, как в лучших ресторанах. Я режу салат, а ты, Танечка, режешь черри. Какая нежная оленина и без грамма соли. Из обычных и доступных продуктов можно приготовить шикарный званый ужин. Давай, или обед. Здесь. Пожалуйста, угощайся. Приятного аппетита!